Вечір добрий, Харків, нау. Так мені ця сопілочка до вподоби. Я особисто хочу подякувати автору цієї музики, відому як Фленджер. Сергій, ти просто геній. І взагалі всі, хто зараз якимось чином продовжують творити, якимось чином продовжують, ну як це робити, продовжують робити все для перемоги на своєму фронті. Всім шана і хвала. Це місто-герой Харків, це мешканці міста-героя Харків, харків'яни. Я, харків'янин Ігор Діденко, вітаю вас на каналі Харків Now. Нагадую, що YouTube дуже полюбляє, коли підписується. Отже, підписуйтесь на наш канал. Дуже швидко так у нас проминула пімпочка. Підписуйтесь, колокольчик, коментарі. Все те, що зазвичай роблять на YouTube. Також хочу додати, що вже існує телеграм-канал Харків Now. Підписуйтесь на телеграм-канал Харків Now. Перший верифікований канал інформації. Ну, скажімо так, агрегація актуальної, нагальної, вірікованої інформації з усього світу, з України, а також ексклюзивна інформація від громадського об'єднання Харківська регіональна фільмкомісія. Це відеофайли, а також та інформація, яку надсилають нам безпосередньо харків'яни. Також хочу зосередити вашу увагу, що все це відбувається на волонтерських засадах. Все це відбувається завдяки народу України, який продовжує підтримувати нас, харків'ян. Ми наразі перебуваємо у Харкові. Протягом вже війни зареєстровано благодійну фундацію Ігоря Діденка «Митці, творці, creators» англійською. Ми робимо те, що маємо робити. Ми створюємо те, що має бачити світ. Ми говоримо правду про події в Харкові, про події в Україні. Отже, якщо ви хочете стати нашим патроном, якимось чином долучитися фінансово, будь ласка, скануйте QR-код, також у посиланні на це відео. В описі на цьому відео буде абсолютно всі наші реквізити. Будемо вдячні за будь-яку допомогу. Копійка до копійочки, до нашої перемоги. На цьому практично все, тому що проанонсован формат «Харків. Місто-герой». Харків – місто героїв, і з моїм співведучим Максом Розенфельдом. Вечора доброго, Макс. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю. Вітаю навзаєм. Сьогоднішній настрій який? Нормальний. Рабочий. На робочий настрій. Мені часто телефонуючи кажуть, ну, вже наприкінець бесіди, типу, тримайтесь. Я кажу, ну тримайтесь, працюйте, працюйте. Що тримати? Або скажіть, за що триматися. Є хлопці, які тримаються за зброю, а нам треба працювати. І ми працюємо. О, бачите, телефонують мені хтось. Вибачте. Все наживо. Макс, по-перше, давай все ж таки з тобою з'ясуємо цю тезу, яка в нас поки що плаває. Місто-герой чи місто героїв? Я тебе хочу предложити третю тезу. Давай. Не этих двух, а третій варіант. Когда мы в прошлый раз с тобой обсуждали, что это город не героя, а город героев, я хотел как бы эту мысль развить, но лучше так получилось, как получилось, и есть продолжение этого всего дела. Кто такие герои на самом деле? Помнишь, как бургомистр говорит о бароне, который, когда зачитывают его... Можно честно? Да. Не помню. Не помнишь, рассказывай. Когда бургомистр, друг барона Мюнхгаузена, говорит о том, что вот его распорядок дня... Там, да. Да, все. Разгон облаков, установление хорошей погоды, подвиг. Да, подвиг. Он говорит, я каждый день хожу на службу. Это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Герои, на самом деле, если так взять философски глубоко копнуть и... литературоведческие, культурологические копнуть, это кто? Это в античной мифологии полу... Я наслаждаюсь. Давай, вот давай. Можно я помолчу и понаслаждаюсь? Наслаждайся. Это полубоги, полулюди. Все вот эти вот герои Древней Греции, Эллады, они же только наполовину человеки, а на вторую половину они дети олимпийских богов. И это не люди, это вот что-то особенное. И вокруг этих героев всегда было очень много неприятностей для людей, потому что герой порождал нечеловеческую жизнь вокруг себя. Ну, потому что герой только через подвиг. Конечно. Да, а подвиг это всегда от этого подвига очень много кому чего происходит. Вот, поэтому я предлагаю третий тезис для названия передачи. Город людей. Вот теперь можешь помолчать и подумать над этот счет.
Я все-таки за человека, потому что мы люди. И пускай в этом нет ничего героического, или пускай в этом нет подвига, но что-то героическое быть человеком есть. У нас же дискуссия. Да, давай. Наверное, именно в дискуссии рождается нечто новое. Тогда вопрос. Давай. Встречный. Оставаться человеком, оставаться людьми, оставаться человеком, находящимся в рамках общепризнанной человеческой морали при столкновении с Мордором. Это да. Подвиг? Только это, на мой взгляд, это только и это есть подвиг. Больше никаких других подвигов не бывает. Тогда можно сказать, что люди – герои. Тогда можно сказать, что быть человеком – это подвиг. Давай договоримся. Ты хочешь меня переспорить? Я не хочу тебя переспорить. Мне так интересно с тобой общаться. Если это интересно еще и нашим зрителям, а об этом мы узнаем о количестве просмотров и комментариев. Давайте все-таки... Слушай, у нас интерактивная площадка, у нас интерактивная платформа. Уважаемые друзья, давайте все-таки вместе с вами определим. Вот давайте дадим три комментария. Харьков – город-герой. Харьков – город героев или Харьков – город людей. И какой из комментариев наберет больше лайков, именно такое название будет у этой серии. Окей? Мы же о людях. У меня есть, кстати говоря, даже не предложение, а подозрение. Скорее всего, большинство тех, кто находятся не в Харькове сейчас, они будут за первые два варианта. Давай за них не решать. Не будем решать, я предположение такое. Пожалуйста. Хорошо. А те, кто за город людей, это те, которые внутри города и которым хочется быть людьми, а не очень хочется быть героями изнутри. Ладно, все. Оставаться людьми. Да. Оставаться людьми. Да, оставаться людьми. Оставаться людьми в этих нечеловеческих условиях, на мой взгляд, это подвиг. Хорошо. Это дискуссия не окончена. Знаешь, этот замечательный анекдот, короткий, очень короткий. Скажите, как вы так много делаете и все успеваете? А я никогда не спорю. Так не бывает. Не бывает, так не бывает. Не бывает, так не бывает. Игорь? Макс. Нет, я не спорю. На общем плане зафиксируйте. И Макс зафиксировали. Личная моя домашняя история. Младший сын, он сейчас на третьем курсе ХАИ. Почти второй месяц войны, и в текучке бурлящей деятельности между бомбежками, между градами, между перемещениями семьи, в необходимости находиться в более безопасном месте, в момент прислушивания к звукам, мы уже знаем, когда вылеты, а когда прилеты, он подходит и говорит: «Папа, а можно я сегодня там этого не буду делать?» Я говорю: «Почему?» «А мне нужно учиться». Я говорю: «Как тебе нужно учиться?» ХАИ. А как будет обучение происходить? Как-то дистанционно, кто-то уехал, кто-то не уехал, надо учиться. Харьков – город людей. Каким образом и что сейчас с системой образования? Давай чуть-чуть историческую справку. Образование в Харькове как появилось, а потом я покажу тебе сюжет, который ты не видел. Слушай, который тебя затронет. Это историческая справка на 2 часа. Если очень коротко, вообще глобально, это вообще самая главная концепция Харькова. Харьков не был бы тем, чем он есть, если бы ни одно событие, равное, несравнимое с главным событием 1805 года, основания университета. И все, что дальнейшее было с этим городом, продолжалось, продолжается, я уверен, и будет продолжаться, оно так иначе привязано к универу и все, что из него выросло. Поэтому это в первую очередь про город людей, и причина этому всему – это образование. Есть, кстати говоря, тоже времен войны быстрая зарисовка. 24 числа я был в метро на научной. А это же рядом с мединститутом. И в мединституте рекордное количество, мы знаем, иностранных студентов. И на платформе научной там где-то половина наших харьковчан привычных, а другая половина тоже привычных наших харьковчан из Индии, которые, понятно, что они кучкуются, они живут, жили возле института, где-то там квартиры снимали, где-то общага какая-то условная. И они просто держатся все вместе, они держатся таким табором. И это было дня 4.
И ты понимаешь, что на самом деле это еще и город разных людей, разного цвета кожи, разной национальности. Но причина этому всему, как правило, тоже образовательная. То есть ради чего это все? Ради того, что харьковчанином может быть индус, харьковчанином может быть африканец, харьковчанином mm-hmm. может быть немец. И давай твой сюжет. Нет, тогда небольшой комментарий, давай. Если ты позволишь. Индия. Между прочим, я могу сказать, что со мной, как с главой Харьковской кинокомиссии, первыми связались представители СМИ Индии. Uh-huh. Это был телеканал «Индия Today», и у меня было 3 дня прямых включений в «Индия Today». И именно потому, что огромное количество индийских студентов находится прямо сейчас в Харькове. И один из вопросов, который они задавали, подскажите, на ваш взгляд, как быть ребятам? Нужно выезжать срочно из Харькова или, на ваш взгляд, лучше оставаться? Во-первых, я сказал, что решение должен каждый принимать сам, но, на мой взгляд, сейчас некоторое время лучше подождать, пока схлынет трафик, mm-hmm. ты помнишь, а после этого уже можно тогда заниматься эвакуацией mm-hmm. На их родину, домой, где их ждут. Я некоторое время побыл звездой индийского телеканала. Болливуда. Болливуда, да, «Индия Today». Огромное спасибо всем, кто из Индии писал искренние слова. С индусами просто общаться по-английски, но они сложно понимают украинский. Вот. Но я надеюсь, что я еще буду выходить в прямой эфир «India Today». Перелистнули страничку нашей программы. Образование невозможно без начальной школы. Следующий сюжет об одной из начальных школ. Об одной из начальных школ, которая находится на улице, носящей знаковое имя Тараса Шевченко. И давайте посмотрим, что с ней произошло после того, как в ней побывал рашистский мир. Привіт, це я, медіа-волонтер Марія Авдєєва і Харків Regional Film Commission. Сьогодні ми приїхали до будівлі 134-ї школи, яка постраждала у перші дні війни. Тут в ці дні сюди прийшли російські окупанти, які намагалися на легких військових машинах пройти до центру міста, захопити місто. Їм так і не вдалося це зробити за весь цей час. Але саме тут, біля цієї школи, відбувалися перші події цієї війни. Саме тут була знищена перша група російських окупантів. 3 з них було взято в полон. І ми зараз подивимося і поспілкуємося з тими, хто бачив і був свідками цих жахливих подій. 27 числа нам поступила команда, що противник продвинувся в город. Ведут боевые действия. Командир сказал выдвигаться, оценить обстановку. Мы выдвинулись сюда. Здесь приняли бой совместно с 92-й бригадой, с кордом, с территориальной обороной. Они, может, планировали, что они зайдут и здесь их встретят, но так не получилось. Их начали просто обстреливать с окон, со всего. Они начали теряться, начали путаться, заблуждать, и их как бы разбили, они не достигли своей цели. Здесь 3 автомобиля подбили, они спешились и передислоцировались в это здание. И начали окружать здание, это начали штурмовать их, теснить здание, загнали на 2-й этаж, неоднократно предлагали им сдаться. Сдаваться не было у них желания. Они попытались выйти маленькой группой, но она была уничтожена, вот там она выходила. Ну и все, больше попыток у них вырваться не было. Школа была чудесная, конечно, сейчас без слез нельзя сказать. Вот я живу через забор школы, здесь училась моя дочь. Роковой день, в это время мы сидели дома, даже не знали, куда выйти. Тут было такое страшное, стояли БТРы подбитые там. Было ужасно, а когда начали выкуривать их отсюда, тогда вообще было даже...
Я не могу вам даже передать, что это было. Это был ужас, особенно когда горела школа. Во время Великой Отечественной, той войны, мне было 5,5 лет. И один из немцев хотел меня задавить. Машина ехала на вот это Штудебекере своем. А второй немец схватил меня и кинул на косарку. У меня даже до сих пор шрам на ноге остался. И он же меня лечил, врач. И когда он пришел домой и сказал... Я не хотел идти воевать, но Гитлер сказал, если я не пойду, то мою семью расстреляют. И показал моей маме фотографию жену с детьми. Но эти вообще зверства. По национальности я русская. Да? Но почему они пришли меня убивать? Меня на Украине никто не... дискриминации я не подвергалась. Я... Муж у меня украинец, дети вышли за русских замуж. Я прекрасно себя чувствовала на работе. Рядом со мной работали украинцы и русские. Хотя бы скорее уже Бог дал, чтобы все это закончилось. Я не могу даже представить, когда это все может закончиться. Друзья, держитесь, не переживайте, все будет Украина, мы готовы как никогда, мы побеждаем, мы наступаем, контрнаступаем, у нас есть все для обороны, для контрнаступления, у нас есть боевой дух, мы готовы как никогда и будем идти до конца. Нет, ну я часто проезжал по Шевченко мимо. Она же красавица такая была, всегда ухоженная, красивая. Это, по-моему, 36-го или 35-го года, то есть ей 80, в прошлом году 85 лет ей было, и такая школа показательная, потому что школа с углубленным изучением немецкого языка, поэтому она была интегрирована во всякие такие совместные украино-немецкие проекты, они там с Гамбургом, с Мюнхеном, с Нюрнбергом, естественно, который побратим Харькова. Uh-huh. Дружили, и вообще, ну, как бы, немецкая школа, поэтому, как бы, она очень какая-то такая, с немецкими всем этими делами. Ну, и само по себе, ну, вот это здание, оно же, как бы, громадная такая, такой комплекс. Здоровый, красивый, такой парадный был, да. Твои ощущения сейчас? Ну, как харьковчанина, как человека-носителя знания о Харькове. Ты знаешь, в этой конкретной истории, вот конкретно с вот этим прорывом этой диверсионной группы и том, как они туда, эту школу заняли и потом их там ликвидировали. Утилизировали, мне такой термин нравится, утилизировали. Утилизировали. Я просто помню, вот это же утром, они же рано вошли в Харьков, вот эти несколько групп с этими тиграми, которые так ползли по городу с КамАЗами. И в этот момент же, у нас же еще не было вот этого... Мы же дурные. Мы же все же публиковалось в прямом эфире. Люди там у себя из окна показывают. Вот-вот-вот идут русские солдаты. Прямо ты понимаешь, я хочу... Ты прав. Нет, я же не говорю, что мы дурные люди. Нет, ты прав, но мы находились в парадигме мирного человека, гражданина, живущего в своем городе. Конечно. А не в войне. Я ж не обсуждаю, я просто констатирую факт. Ты же говоришь, что... Придурковатый. Да, и мы же все ж подписаны на этот телеграм-канал, когда вот это вот Харьков Лив, и мы смотрим, вот они уже к нам подошли, или они еще где-то на соседней улице, и пытаешься понять, как это все будет, поэтому это вот что называется наживо, как они уже в городе, это же фактически был, насколько я знаю, единственный прорыв. Ну, я не знаю точно, но я так понимаю. Ну, не будем. После победы все узнаем. Да, да. Вот, прям прорыв в город, и когда уличный бой был, это было здесь, поэтому здание, все вот, это все, в этот момент было ощущение, вот, что вот, знаешь, как ты рассказывал на первом нашем с тобой совместном эфире о том, что где-то на пятихатках ты в подвале в бомбоубежище, там бабушка говорит, танки идут через город. Угу. Вот это был момент, когда их танки, ну не танки, а вот эти тигры, угу, идут по Харькову, и тут уже не до школы, а уже... Просто, ну, какого черта? Уличный бой — это худшее, что можно себе представить. Ты понимаешь, я вот сейчас, кстати, в первый раз я спрашивал себя, мы обсуждали эти состояния, когда я там видел прилеты,
и снимал видео, и было мнение о том, что это некое отсроченное состояние страха, которое потом догонит. Оно меня не догоняло пока еще. Но я четко сейчас поймал себя на мысли, я зафиксировал это состояние, когда мне реально стало страшно. Когда прилетает, когда улетает, уже не страшно. На тот момент, на те дни, это начало марта, уже было не страшно. Я вдруг почувствовал реальную опасность, когда пошла, ну, терминология военных, стрелкотня. Когда я услышал, что автоматные. Пошли работать автоматные очереди, и это находилось, ну, уже условно там в километре от моего дома. И я слышу, что идет бой, уличный бой. Результаты этого боя я потом видел утром. И вот, да, вот тогда я сказал, да, мне страшно. И я понимал, что вот тут нужна новая модель поведения. Модель поведения семьи, модель поведения меня как главы семьи, модель поведения меня как гражданского человека. Опять же, я еще раз говорю, нужно четко разделять. Есть гражданский человек и есть военный. Сбройные силы Украины, тероборона, нацгвардия, полиция. Условно говоря, люди, находящиеся на службе. Они и во всех рекомендациях категорически должны отличаться внешне. Гражданские должны быть ярко одеты, военные позволяют хаки и то, что. Угу. Даже если бронежилеты, лучше они должны быть гражданские. Если пресса, они должны быть брендированы пресса. Хотя для нелюдей это не имеет никакого значения. К сожалению, освобожденные города и расстрелянные гражданские машины по дороге прохождения российских, рашистских колонн этому доказательство. Но как человек гражданский, гражданин города Харькова, вот тогда я начал быстро простраивать себе модель поведения. Ну, это то же самое, о чем я говорю, тоже те же ощущения. Вот в этот момент как-то так, страшно, не страшно, это когда другая форма, другое. Это вот действительно, когда, ты понимаешь, они уже вошли в город, это как это еще более новое. Угу. У нас было, я просто не буду ни показывать, ни рассказывать, после победы это все может быть. Да. У нас тоже было, по-моему, это было на следующий день после этой истории. Тоже мы когда услышали с папой автоматные очереди, где-то такой вот в относительной близости, то, причем это было ночью, вот, то ты понимаешь, что вот как-то так, как у этого кота Степана, да, когда у него так вот этот наш суперкот, который деньги собирает на ВСУ, когда у него вот эти вот глаза округляются, потому что вот сейчас опять не понял, вот прилетело, не понял, автоматной очереди не понял. Ну, а с этой всей историей у меня есть еще как бы маленькая личная такая штука. По-моему, это было 1 марта, у меня день рождения 3 марта, и у меня такой был такой преддень рожденный, вот еще такое, знаешь, а вот у меня тут вот так это дело. Вот, но это мы отвлеклись на такие какие-то личные штуки. По сути, да, конечно, это, если опять вот экспертную такую историю, историко-архитектурную штуку делать. У меня есть, ну, не один такой товарищ, можно так сказать, коллеги, который, вот один из них, который коллекционирует фотографии Харькова во времен немецкой оккупации, во времен Второй мировой войны. Вот, и он, не покупая их на европейских там стоках, вот, собственно, немцев фотографии, на каких-то аукционах, на каких-то стоках, он есть... В физическом мире? Ну, то есть распечатанные фотографии. Сейчас они выставляются там как бы со всем этим делом. Если ему это интересно, вот он может как бы купить в физическом. Но прежде чем покупать, он мне часто присылает это дело и уточняет, это Харьков или не Харьков, потому что город-то изменился, ты все равно узнаешь, определишь, где это есть. И вот места уличных боев и 41-го, и 43-го года, вот где стоит там тот или иной подожженный автомобиль, танк немецкий, бронетранспортер, там проваленное что-то дело. Ты понимаешь, что ну, вот эти вот видовые фото, видовые точки, они, в общем-то, уже узнаваемы тебе. Ну, там стоял один подбитый эрзац, советский эрзац танк на площади тогда Роза-Люксембург возле центрального универмага, и с разных ракурсов его так или иначе снимали. И ты уже даже просто по краю этого изображения можешь узнать. И вот за эти полтора месяца уже в новой реальности есть новые, как бы, такие узнаваемые нами, как бы, кто это все видит, места, и как бы можно там по краю изображения понять, это обгоревшая 134-я школа, это улица Шевченко, вот тут стоят три подбитые машины, российские. Это вот как бы новая, как это, визуальная военная история Харькова. Понимаешь, это как бы, ну... Это часть будущей экспозиции Харьковского исторического музея. Ты знаешь, фотографии, которые все будут узнавать. Я не знаю, я, наверное, мистик слегка. Я верю или знаю, что любые совпадения не случайны. Я, к сожалению, извини, прости, ради бога, дружище, я не знал, что у тебя день рождения 3 марта. Но 3 марта я проезжал по этой улице.
Я проезжал мимо этой школы, и я не знал, что у тебя есть друг, который собирает фотографии, по которым ты определяешь, где это происходило, но я сейчас сбросил фотографии, если есть возможность техническая, попрошу показать. Давайте. Давай, пожалуйста, вот фотографии, это сделанные с моего телефона, и узнаешь ли ты, где это все происходило? Ну да. Вон там вдалеке виден армянский храм, отель Навруз. Это можно не узнавать. Да. Вот улица Шевченко, подсказываю. Да. Вот так вот выглядит война. Я просто проезжал и остановился. Угу. Да. История нашей страны, история нашего города. Вот так. А это уже, да, ну, это та же колонна, но это подъезжал просто. Тогда еще, тогда они еще стояли, тогда их еще не убирали. Все, спасибо. Даже я не пойму, вот, ну не хочется быть, наверное, свидетелем этого всего, но мы уже являемся свидетелями этого всего. Ты знаешь, я бы вернулся к разговору о городе-герое, городе-героев. А можно поднять тебе слегка настроение? Давай. Скажи, пожалуйста, подписан ли ты на мой ТикТок? У меня младшенькому 11 лет, и что такое ТикТок, я знаю только через него. Нет, не подписан. У меня нет ТикТока, я ни на что не подписан. Более того, я могу сказать, что до войны у меня тоже не было ТикТока. Я хотел сказать, что мы с тобой слишком должны быть стары для ТикТока. Нет, дружище, смарт же поколение ТикТокеров. Нет, смарт на тренде. Ты должен получать удовольствие и быть в тренде. Обязательно, хотя бы для того, чтобы со своим ребенком общаться на одном языке. Хотя у моих детей нет ТикТока, но я благодаря тому, что ТикТок позволяет делать быстрые, ну, скажем так, смотрибельные видео, я на этом месте отснял еще и видео все-таки, ну, с неким настроением «смеемось, отжены, сдаемось» и с уже обращением к русским солдатам с указанием направления русского корабля. Если ты позволишь... Я ж не могу не позволить, когда ты это... Ты соведущий, просто позволь. Позволяю. Поехали. Пацаны, как там? Ключи набираем. Ключи набираем? Да. Почем металл? Почем? Не понимаю же тебе. Это мы на будущее. На будущее присматриваются. Да тут есть к чему присмотреться. Нам тут железяк из Зомбаленда навалило. Одна. Зомбаленд. Вторая. Алло. Слышишь, Блаблакар, ты не заблудился? Третья. Блаблакар. Третья. Вам тут не жарко кататься? А? Пацаны. Пацаны. Что это у вас, не те карты? Русский солдат. Иди нахуй. Можно от меня комментарий? В ТикТоке прокомментируешь, ты говори, конечно. Актер всегда актер, даже в такой момент. Ты же так отыграл это все дело. Но это же, ну, это даже не импровизация. Не, это, друг, это не игра, поверь мне. Это состояние. Прожил это дело. Прожил это дело. Да, просто до этого я примерно такое же снял видео там в километре от своего дома с такой же машиной, которая был прорыв. Они же прорывались еще и снизу по поселку Жуковского. И в таком же состоянии, но там еще мясо, там дымящиеся колеса были.
Ну, просто я к тому, что это же не пишется сценарий твоих гэгов, которые ты снимаешь для ТикТока в процессе того, как ты видишь то, что ты видишь. Когда ты находишь просто, ну вот, в себе вот это все. Как при этом еще и пошутить? Я же говорил в первый раз на первом эфире, что одно из самых главных наших и мощных наших украинского оружия – это чувство юмора. Сміємось, отже, не здаємось. Smile to win, англичане это понимают. Да, улыбка для... И я долго это доносил, мы говорили уже о прямых эфирах в прямые телевизионные включения на канале India Today. Я заканчивал каждый эфир слоганом Smile to win. Потому что только... И, кстати, индусы. Насколько сложная ситуация у них. Кастовая ситуация по-разному, трущобы... И они все равно живут с улыбкой. Они живут с улыбкой на лице. И мне кажется, в этом сила. Да. Я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Вернемся к городу Харькову. Ты сказала, Гарик, о Харькове исторически, научном, образовательном. Но есть же ведь Харьков и торговый. Угу. Чуть-чуть буквально. Почему Харьков торговая столица? Ну, ты знаешь, это очень хороший вопрос. Очень своевременный и современный вопрос. Харьков же возник не как город, а как крепость, Харьковская крепость. И это должно было быть надежное, безопасное убежище во время войны, Украино-Польской войны Богдана Хмельницкого. Здесь крепость-то возникла благодаря тому, что сюда переселялись люди из Центральной и Западной Украины. Бежали тогда не с востока на запад, а с запада на восток. Но к Харькову так, Харьковской крепости так повезло, что на нее никогда никто не нападал. Практически. И с тех пор пошла такая поговорка. Лучше торговать, чем воевать. Потому что если ты чувствуешь себя в безопасности, да еще это находится во фронтире, то есть на границе, в пространстве свободы. Недаром же мы слобожанщина, слово свобода. То, конечно, можно торговать, можно все это дело развивать. И поскольку вот было вот это столетие, даже не одно, безопасности, то развивалась очень сильно торговля. А уж торговать и торговаться мы умеем. Тем более есть с чем. Что такое? Ну, а хотя сейчас, если мы говорим о границах, то Харьков это торговый тупик? Ты понимаешь, все же зависит, это хороший вопрос, все зависит на самом деле от способности не унывать и улыбаться для победы. Даже в коммерческом деле, потому что когда очередная как бы там тупиковая ситуация с торговлей связана, я же как это, непобедимый оптимист, по мне видно. Вот. Когда такая безвыходная, казалось бы, коммерческая ситуация, найдется другой способ, найдется другая возможность. Опять же, если от торговли вернуться к образованию, лучше всего всегда нам удавалась торговля мозгами. Угу. IT-столица, можно сказать. IT-столица, да. Медицина, что угодно. Креативные индустрии, чего музыканты. Угодно, да. Чего угодно. И даже в бизнесе, в коммерции, у нас нету нефти, у нас нету газа. И может быть это счастье большое. Секундочку. По поводу газа я бы на секундочку. Хорошо. Если у вас нету газа, то я знаю харьковчан, у которых он есть. Хорошо. Я имею в виду, что мы, к счастью, не как город, да, даже как регион, не ресурсоторговый, да, а мы должны что-нибудь как-то мозги включить для того, и всегда так было, мозги включить для того, чтобы найти вот этот товар на продажу. Я когда-то на какой-то экскурсии, по-моему, американцы это были или немцы, они спрашивали именно вот как бы по бизнесу, как это получалось, вот что лучше всего добивалось там 100 лет назад, 150 лет назад в Харькове в коммерции, говорит, это все равно, я говорю, по части мозгов, потому что там, например, успешные финансовые проекты, мощные банки, как бы инвестиционные какие-то проекты, это так или иначе, в бизнес он через мозги приходил. Поэтому это не только про IT, не только про там ХАИ, как кузницу лучших программистов Украины, а это вообще про все одновременно. Как бы, если объектом торговли твоей торговли являются мозги, интеллектуальная собственность, да, то тупика не будет никогда. Угу, да. Я в это верю. Да. Я не уверен, что это правда, но я в это верю. Ну и более того, у нас глобализация мира происходит. У нас пандемия всех приучила работать дистанционно. Благодаря этому ты обратил внимание, насколько перезагрузились или перегрузились работой украинские айтишники, потому что американцы прокалькулировали, зачем на аутсорсе платить своим, если можно платить не своим, и калькуляция побеждает. Но Харьков торговый. Вот да. К чему я клоню. Есть у тебя любимый рынок?
Исторически любимым. Я не хочу это говорить, потому что я сейчас его назову любимым, завтра, не дай бог, хорошо, туда. Хорошо, 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 хорошо. Тогда... Я тебе могу про это рассказать быстро. Ты не хочешь или можешь? Нет, могу. Ты я... не хочешь, но можешь? Про любимый... Хорошо. Я тебе так скажу. Знаешь, мы же все-таки такие все интеллектуалы, харьковчане. Ну, по крайней мере, один из нас. Мы все. Хорошо. Нас здесь не двое в студии, вот, и поэтому, ну, что торгаши, торговля, как это, ниже нашего достоинства, это как бы пренебрежительное отношение ко всему к этому делу, а вот Благовещенский рынок, центральный рынок, между прочим, в свое время это был один из важнейших, именно Благовещенский, важнейших градостроительных проектов, потому что до этого времени, до того, как строились вот в Европе, во всех крупных европейских городах, торговля была, ну, как бы хаотична. Это как бы проблема, когда огромный город, его кормить надо, такое количество людей, это проблема боен, санитарного контроля, там, продажи скоропортящихся продуктов. И поэтому, когда строится огромный централизованный рынок с внутренней рыночной вот этой вот в базаре инфраструктурой, это как бы одно из самых передовых достижений там, конца 19 века и архитектурной, и урбанистической, и, я не знаю, там, медицинской мысли. И даже свой герой в Харькове был такой врач Владимир Фавр, который просто чудо-подвиг совершил вот для того, чтобы сделать нормально, чтобы люди не мерли от того, что они покупают испорченные продукты. И строительство Благовещенского базара – это грандиозный городской проект, который был построен при мэре Александре Погорелко, архитектором Величко. Это просто, ну, одна из передовых таких штук. И к этому относиться пренебрежительно ни в коем случае нельзя. Это достижение, это о прогрессе. Это, ну, был такой один из самых первых и больших рынков. У других рынков, у Конного в том числе, у него своя история. У там, Сумского рынка, у него новая, своя прекрасная история именно с точки зрения того, как в 21 веке рынок может выглядеть не архаикой, не архаизмом определенным, да, во времена супермаркетов и маркетов, да, а выглядеть очень современным и как бы при этом как бы ссылаться на какую-то такую, ну, стимпанковую даже в каком-то смысле традицию. И воздушную, да, кстати. Да, да. Макс, я позволю себе не перебить тебя, но в продолжение беседы сказать, что ты не упомянул еще один из рынков, который, на мой взгляд, стал символом города Харькова. Барабашова. Угу. Так или нет? Так, конечно, безусловно. Это объект космического масштаба, видный невооруженным взглядом из космоса. Вот теперь давай посмотрим, как вооруженным взглядом медиа-волонтеров громадского объединения Харьковская региональная фильмкомиссия він виглядає зараз. Давай. Это трындец, похоже, Барабашова горит. Наверное, барабашка, да. Уже не так, как раньше дымит. Основной пожар потушили. Работает МЧС, работают службы. По волонтерским делам проезжал мимо рынка Барабашова, куда вчера прилетело крепко. До сих пор запах гаря, до сих пор местами горит. Видно, как текла смола с перекрытия крыш. Словно дождевая вода. Покорёженные павильоны. Чем дальше заходишь на рынок, тем больше понимаешь масштаб разрушений. Любимый магазин. 3 года
теперь ничего не осталось. Вчера планировали приехать, но не успели. Данил. Данил, я работал здесь продавцом, или это твой киоск был вообще? Да мой киоск горел. И что планируешь дальше делать? Вот скажи. Планирую выжить сначала, потом что-то придумаем. Спасти оставшийся товар, который есть, а дальше не знаю. Что тут думать? Тут явно работать никто не будет. С Россией не будешь? Не, ни при каких. А оспаривать убытки? Не. А почему? Я думаю, Евросоюз нам инвестирует нормально денег. Также у нас есть крупные инвесторы большие, кто заинтересован конкретно в Харьков. Ты не хочешь прикасаться, да? Или... К России вообще не хочу прикасаться. Я надеюсь, их задушат санкциями, и они умрут от голода. Местами горит до сих пор. И даже что-то взрывается. И еще бахнуло. Наверное, не найдется харьковчанина, у которого не работал бы друг или родственник на Барабашова. У кого-то здесь был свой бизнес. Кто-то здесь покупал товар, сезонную одежду, прочую мелочевку. На Барабашке можно было купить все. Теперь части рынка практически не существует. Вот такие вот дела. Русский мир во всей красе. Стратегический объект, блин. Военный объект. Военный объект, блин. Барабашова. Причем из Белгорода приезжали, скуплялись. Удивлялись дешевизне нашего товара. Все. Вы, в принципе, сами это можете видеть. Ладно, поехал дальше гуманитарку развозить. Знаешь, я считаю, что трагедия, безусловно, трагедия. Но мне этот мальчик, которого товар сгорел, а он так смеется, что ему остается? Настроение. В этом деле? Да, настроение другое. Где-то несколько дней назад ролик по харьковским каналам, телеграм-каналам, фейсбуку пошел, значит, это, по-моему, из Южного парка. Когда выходит такой американский солдат из крупнокалиберного автомата, пулемета, расстреливает значит, какой-то строение, то быстро-быстро-быстро выбегает куча народу, и восстанавливает ее. Впереди там Терехов и какие-то такие бегают мормончики, которые это все собрали. Он там гранату бросил, все развалилось, и быстро все собрали. И надпись «Харьков». Потому что это же вот как бы на тему всего этого. Это репортаж, который был сделан на следующий, во время пожара и на следующий. Горело почти сутки. Мы же весь город даже видел больше, этот дым. Вот. И, конечно, в первый момент ты понимаешь, что все это запах гари, вот эта смола с крыши, это все ужасно, все сгорело. Вот. А потом ты как-то так протираешь, как этот мальчик, наводишь на резкость. Засучиваешь рукава, выметаешь все это дело, и как бы оно из пепла всего этого дела возникает что-то новое. Честно, вот такое еще личное, мне очень жаль Александра Борисовича Фельдмана, потому что экопарк, потому что офис его на Сумской Мироносецкой, потому что рынок, к которому он имеет самое непосредственное отношение. У него буквально вот основные его, выкоханное его детище. Мы сейчас не будем обсуждать, хорош ли, плох рынок барабашовский был. И вообще, как бы по этому поводу... Не об этом речь. Но, вот знаешь, вот когда он обратился по поводу того, что меня спрашивают, где я? Конечно, в Харькове. Куда же я отсюда уеду? У меня тут родители похоронены. Куда? А когда потом его было обращение, если до вечера мы не что-то решим с нашими животными, то их усыпят. Но все так или иначе, вот эта способность как бы все равно из этого всего выбраться. И все равно там, я тебе сказал,
Сміємося, отже, не здаємося. Да. А ще є така інша українська, не всеремось. Тому, ну, згоріло. Мені здається, що це не зовсім українська мова. Не всеремось, ну, або не всеремось. Крівого рогу, у тебе якась інша українська, криворозька українська мова. Я пропоную нову тезу. Давай. Обісруться. Хай обісруться. Це їх проблеми, хай вони обсираються. А з нами, ну, як би, засучимо рукава і щось ще нове придумаємо. Вместо или панове, и еще как-то так. И это же классно, что можно пересматривать концепцию о торговле в том числе. Ну, барабан, как бы, ваш журналист, он правильно говорил о том, что это было не только для Белгорода, это был такой мега-торговый хаб. Ехали за дешевым товаром отовсюду. И то, что все уже начинали останавливаться. Из Донецка и Луганска. Из Донецка и Луганска. Из Крыма. Из Кавказа. Да. И это же были вот эти землячества, как бы там торговые площадки, турецкие, вьетнамские и так далее. Но, блин, это же не про это все. Гранд-базар в Стамбуле, он тоже огромный, но в каком-то смысле это уже в большей степени колорит, а не только про торговлю. А про торговлю что-нибудь новое придумаем. Мы в этом смысле креативны. Поэтому трагедия, но запах гари уже прошел, этой гари прошел, и как бы я уверен, что оно встанет на ноги. Макс, я вкотре дуже вдячен тобі за той час, який ми разом провели в цій студії. Я тобі теж. Мені здається, що навіть я інколи почував себе тут зайвим. Я натякаю на те, що може ми знайдемо формат, в якому ти будеш самостійно тут перебувати. Не тому, що мені погано з тобою, але маю на увазі, така можливість тебе є. От як цей парень сказав, говорить: так, що, які плани? Давайте виживемо. Поэтому давайте рухатися по кроково, крок за кроком. Зараз так, завтра ми щось інше вигадаємо з тобою, або я і ти, або ти і без мене, і все інше. Маємо рухатись. Крок за кроком до перемоги. Харків нау. Харків – місто герой, місто героїв. Нагадую, будь ласка, підписуйтесь на канал Харків Нау, тицькайте колокольчик, лишайте коментарі. Нагадую, що ми ще не визначилися з назвою рубрики чи серії сюжетів, які ми вже узгодили з Максом. Нагадую, в нас три назви: Харків – місто герой, місто героїв або місто людей. Ці три коментаря ми лишимо під цим відео. Який коментар набере найбільше лайків, саме таку назву має ми саме такою назвою відбрендуємо рубрику з Максом Розенфельдом. Мене звуть Ігор Діденко, Макс Розенфельд, Харків Нау. Працюємо. Працюємо. Дякую.